Добрый вечер. Вам добрый день, видно? Здравствуйте. Вам видно нас? Да, видно, видно. Видно, а то что-то плохо работает эта система. А меня видно? Значит, я вижу видно хорошо, меня? В платочке. Приятная женщина. Добрый день, Игнатий Тихонович. Очень волнуюсь. Первый раз звоню вам. Слушаем вас уже с мужем третий год. А как... Вы меня слышите, Игнатий? Я хорошо слышу. Говорите. Зовите. Дивным образом, ну, услышали, что вы уезжаете. Мы с нами, меня зовут Наталья. Правда, мы живем в Белгородской области. Сейчас гостим в Ставрополе у детей. И у нас здесь и работа в Скайп. Ну, вот сейчас, вот, узнав, что вы уезжаете, дивным образом подошла к уголочек, что, помолилась. И муж говорит, иди я наладим. Я прям даже от радости волнуюсь, что могу я. Ах, не верится, такое прям чудо получилось, что не работал столько времени, ни с кем не могли связаться. А с вами это так все открылось. Удивительно было. Мы с мужем венчаны, но живя и ходя в наши православные храмы, мы находились какой-то прям как в ступоре какой-то. Так говорили, что только ходили, ставили свечи, подавали записки. И вот, вот это, на этом как наша, ну хотя я читаю, каждый день читая Евангелие, читала псалтирь, знаете, я ничего не понимала, потому что он не пятнадцать. На церковном центре я не понимала его, но просто читала. И мне как-то Господь потихонечку, 4 года я просто вот читала, каждый день, приходя с работы, уставшая, ну ночью вставала и читала. Мне Господь как-то потихонечку прерывал, что и как-то понимание приходило. Но на духовном уровне мы оставались мертвыми. Я мужу потом говорю, уже 5 лет ходим, 6, я мужу говорю, что-то с нами не так. Мы как были, вот так и ели. А потом получилось так, что приехав к детям сюда, с интернетом не дружу, ну вот так потихоньку осваивая, я стала выходить на людей, рассказывающих, тоже ищущих. И дивным образом через Александра Калинина вышла на парализованного Сергея Козлова. Игнатий Тихонович, меня слышите? Я слушаю вас хорошо. Вышла на парализованного Сергея Козлова, а через него вышла на вас. Мы были поражены, что такой человек, как вы, есть, что нам открылись глаза, мы увидели истину и начали потихоньку действительно следовать маленькими шагами к истинному православию, а не тому, что у нас, что мы видели и в чем мы были. Если бы не вы, то куда бы могли вообще попасть, куда бы могли уйти? Потому что с того года, настолько волнует, простите меня, с того года, с августа месяца где-то, обращаясь к батюшкам со своими вопросами, наболевшими, я не могла получить ответа нигде, пока вот мы так вот через Сережу не попали к вам. И вот мы узнаем, что мы начали исследовать свое крещение, мы понимаем, что родителей моих уже нет, потому что уже мне самой 55 лет в этом году, муж у меня моложе на 7 лет. Родителей нет, и узнать у кого, что я крещенная, не крещенная. Но я думаю, что нет, потому что мы родились на границе Дагестана, и в то время, в те годы, вряд ли там были такие священники, которые правильно все это делали. А муж у меня 33 годика, у мамы его спрашиваем, я не знаю, я не помню, потому что сам человек жил неправославной вере, только тоже, наверное, мочёный. Вот. Игнатий Тихонович, вот у нас вопрос такой, как попасть бы к вам на крещение? Мы очень хотели. Хорошо. У нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, конечно. Нет, так, скажите, пожалуйста, а у вас машина есть?
Есть. Вот я вам пришлю маршрутку, и вы по маршрутке по этой и доедете. Все, что нужно взять с собой, я вам скажу. Этой жажды вашей уже достаточно будет. Потому что если вы не можете быть твердо уверены, что вас крестили, да. Шестой Вселенский собор, 84-е правило говорит, чтобы немало, не сомневаясь, приняли крещение, да не будете лишены такой благодати. Это дверь в Царство Небесное. Да, да, мы поняли вот так. А еще вот такой вопрос, Игнатий Тихонович. Нас венчал священник, это было 7 лет назад. Этот священник, он, положим, был до, я не знаю, наверное, 23 года в священнике. Это вот один вопрос. И то, что мы были некрещенные, а венчанные его некрещение, как это все? Или нам по новой нужно венчаться? Мы говорим только о крещении. Венчанные, как были в храме, это все признается. И если даже священник такой у нас если даже крещение не такое, все остальные таинства не затрагиваются. И причащение все на своем месте остается. А крещение обязательно необходимо принять. Без крещения нет оставления грехов. И человек не может увидеть Царствие Божие даже. Я вам сейчас, как только поговорим, я вам скину маршрутку и остальное. Хорошо. У вас есть кто там, внуки, ребятишки, чтобы у нас отдохнули? Ой, нет, Игнатий Тихонович, к сожалению, своих детей я воспитала неправильно и сама не знала, только как мере пришли, 7 лет мужем. Ну, может быть, там есть желающие люди, которые дети, чтобы за это время, летнего периода, узнать больше о Боге. Так желающих что, я поспрашиваю. Вот поспрашивайте, под свою ответственность возьмете, приедете домой, не торопитесь. 9 июля будет крещение, 9-го, то есть приехать пораньше, ну и тут побыть. У нас есть возможность приехать пораньше, я попробую, я поговорю с людьми, может быть, нам идти. А насколько пораньше, я вам не буду говорить, вы сами решите, как вам удобно будет. Хорошо. Что нужно брать с собой, там все будет вам сказано. А муж-то где у вас сейчас? А вот, слушает сейчас. Хлеб печет. Мы сами хлеб выпекаем дома, сходим. Вот мой Геннадий. Так, видите, мы с вами начали разговаривать, я этот вопрос должен был сразу задать, потому что если муж недалеко, где-то мы должны с ним разговаривать, а вы сидеть и слушать. Ну так вот, я как-то первая пришла, и как-то он... Ну вот такой порядок. Он глава, и поэтому везде, всюду предпочтение его слову. А вы даже и кротко сказать, с левой стороны кстати сказать, слушает. Вы все. Я стараюсь так жить, стараюсь. Да. Это вы этим продлите мужу время жизни на земле и спасение себе добудете. Нигде не противоречь ничего, где он не против Бога говорит, а за истину. Потому что он глава. Глава. Да. Голова это голова, да. Значит, тут и язык, и губы, и все. Да, да. Я согласна. Ну вот. Вот, тут что-то у вас погасло. Да, тут со скайпом куда-то. Да, это, видать, далековато. Так вот, ваша фотография, у вас такая борода нетронутая, да? Борода? Да. А вы молодец. Вы видите? Молодец. Как мы сейчас переговорим, ну, вы узнаете, потом этот ролик будет поставлен. Я вам вышлю маршрутку. И по ней вы навигатором очень легко доедете. Тем более, вы какой, Ставропольский край? Мы в Белгородской области живем. Сейчас в Ставрополе у детей в гостях находятся. Ну ладно, мы там были. В Ставрополе там мои книги все в библиотеке есть. И во всех районах мы проехали. Это где-то, наверное, в 13-м году мы там были. Мы вдоль и поперек Ставрополя прошли. Игнатий Тихонович, у нас еще такой вот вопрос. Когда мы перестали ходить в наши храмы, мы не то, что перестали, мы стали выходить как оглашенные, понимая, что мы крещенные, а батюшки у нас же как всегда говорят, что все нормально. Ну, конечно, начали собрасывать нас со стороны священников, вот это. И мы, знаете, у меня еще сестра там в Белгородской области есть. Я пошла к ней домой, я говорю, Валентина, давай помолимся. Как-то говорит, Господь, может, нам истину как-то откроет. Ну, видел вот это вот безобразие, что вот это, да? Смущение такое было в душе. Это, смотря ваши ролики и
А вы, ваша область с Калужской рядом, наверное? Нет, Калуга дальше. Дальше. Калуга. У нас там ставка была. Первый год мы туда забросили книги контейнером большим. Специально машина идет. И оттуда тогда развозили. У меня 38 книг вышло из печати. И я дарил во все библиотеки. Тула, Калуга, там недалеко. Игнатий Тихонович, а если мы приедем, книги будут еще? У вас есть книги? Есть книги, есть. Еще да, есть. Потому что примерно 90% книг я бесплатно раздал в библиотеке мира. Мы доехали до Лиссабона, Португалии, от Владивостока. Прошли Скандинавию и Прибалтику. И по районам везде мы были. Прошли Турцию, 6 мусульманских республик. То есть Господь нас очень благословил. Да, мы это все видели, мы каждый ролик ваш смотрим. Я вообще, у меня получилось так, что я сейчас не работаю, не на пенсии. Я как только вот у вас услышала, знаете, я просто вот целыми днями не отхожу, я все время смотрю, все время вразумляюсь. В общем, сижу у ног Христа, у ваших вот уст, то, что вы вещаете эту истину. Я говорю, если бы не вы, то ну вообще бы, я не знаю, где мы были. Мы уже из старообрядчества уклонились и ходить только в их храм хотели. Принять у них крещение. Но опять, знаете как, Геннадий Тихонович, узнаю. Сестра поехала, приняла крещение в Воронеже недавно, месяц назад где-то вот. А мы получилось, что мы поехали сюда. Она мне звонит, я говорю, Варя, ну а вот как ты там, вот, что ты там крещение принимала? А она говорит, ну батюшка, тоже рукоположен до 26 лет. А я говорю, а деньги? Да, за деньги, говорит. Он мне сразу, говорит, я ему позвонила, он мне назначил сумму. Если, я говорю, Варя, я не хочу. Нигде ни рубля за крещение не платить, это грех симония называется. Все искажено, но мы должны знать, православие, спасение есть и благодать есть. Ну, это я говорю за старообрядческие, но они хотят деньги, потому что, говорит, давайте деньги. Сначала деньги, а потом крещение. А сразу отскочи от них и близко не подходи за такие слова. А потом задала о венчании, Геннадий Тихонович, что вот, ну, вот так. Он говорит, нужно вам и венчаться будет после крещения. А мне, видя ваши ролики, я поняла, что благодать была, раз она таинство совершилась, и это... она не отнимается, то, наверное, я думаю, не нужно. Я думаю, спрошу вас, переспрошу, как это все правильно. Деньги не должны даже появляться здесь. Это грех симония. Притом этот грех смертный, не просто как маленький грех, а грех смертельный. За это священник извергается из сана. Ну вот, поэтому мы здесь поискали, никто не хочет. Ну, никто, каноны, даже старообрядчики. Каноны. Мы не должны нарушать каноны. Мы должны ну, только соблюдать. И то, что еще говорит, что нужно еще вам будет и венчаться повторно. У меня вот эти сомнения. Никак. Я говорю, вот мы сегодня позвонили дивным образом. Я подскажу вам. У старобрядцев-то я ничего не скажу против, но то, что у них есть. Они вас заставят отрекаться от всего, что после Никона было. То есть Серафима Саровского, чтобы за святого не признавали. Яна Кронштадтского не признавали. Не признавали, Феофана Затворника не признавали за 300 лет. Ну, это богохульство просто. Так и есть. Мы говорили с священником, он так и говорит, что не признают. Ну, он не признает. Какие-то у него данные для этого? Никаких. Библию-то берут они православную. Свою-то они не перевели, у них нет ничего. Проповеди вообще нету. За 300 лет ни одного миссионера не было. У них проповедь одна. Ты еретик, переходи к нам. Да, это так. Вот и все. Ну, тоже не все так гладко у них, не все так просто. Свои там у них. Мы побывали у них. Священник у них от Никомян перешел в старообрядчество. И он нам сам говорит, ну, вы так подумайте, не все так просто. И у нас есть старообрядчество, не все так просто. Но все-таки, знаете, Тихонович, как бы там ни было, но я у них более вижу порядок храма, порядок службы. Да. Вот, это у них это не отнять. Нет такой торговли, только свечечки лежат на пожертвование, и так уж ничего. Вот, чтобы храм. И храм этот был, в который мы ездили, он был закрыт 30 лет. И женщина приехала дивным образом, старообрядцы. Она на приросте у них. С киржачей она сама. И она вот... Это просто, я не знаю как. И передала ей женщина ключи.
30 лет открытый храм, они как не могли никто не забрать, она сделала, эта женщина говорит, нет, когда никогда они хотели забрать они этот храм, они сидели, это только через мой друг, ушли, и вот эти ключи передали вот этой женщине, она у них с Рейган, как вот, старая она вот у них сейчас, но она уже старенькая, 80 лет, и мы вот просто с ней случайно познакомились, и стали к ним туда ездить, на их службы, но они же как говорят, стойте, но с нами не молитесь, пока вот крещение не примете, к нам не перейдете, иначе нам так говорить, вот так все. Но посмотрела там тоже, например, батюшка, матушка команду в храме у них, батюшка, они говорят, батюшка, ты подкаблучник, ссорятся там. Смотрите, чтобы на вас не сказали так, а то мужик-то молчит, а вы говорите. Не знаю, вот я ему говорю, говори, я ему давала вот слово, говори, а он молчит. Ну да. Сама говори. Ну так, я сейчас, как только мы переговорим, какие у вас вопросы есть, задайте, и я вам скину все прямо здесь же, внизу в скайпе. И вы только это себе там адреса положите в 2-3 кармана, чтобы дорогой не потерять. Телефоны вам дам, все хорошо. Остальное, что взять с собой. Вопросы еще есть? Ой, Игнатий Тихонович, ну вот у меня было очень много вопросов, но я так как не готовилась. Вас как зовут-то, Наталья? Наталья зовут. Так вот, у меня на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. И они разбиты по папкам, по темам, 55 папок. Вы там все найдете. Я буду там стараться искать, и слушаю, и ищу. Я же говорю, я только готовлю обеды, постираю, поглажу, и только сижу, только слушаю, и только пью воду живую. Да, так, минутку, подожди, сейчас. Говори. Слушаю. Ну, утром все мы погружаемся, по восьмому, чтобы выйти. Ну, с семи, я думаю, да, если придут машины сюда, все. Уже две машины тут стоят, и «Газель» пришла. Ты очень нужен будет тебе, чтобы все передать. Тем более завтра суббота. Договорились, да? С семи. В семь утра. С Богом. Смотрите, это у нас эконом-наблюдатель. Тут у меня два дома. Я 11 лет вел суд, когда освободился, за слово Божие это. Ну и потребовал у них... Называется сатисфакция, удовлетворение. Они отказывались. 11 лет шел суд, и я его выиграл. И в центре города. Денег нету. И рассчитались. Два дома мне дали и 13 соток на этой территории. Мы тут в одном здании молимся, храм сделанный. А другое тут склады для детского лагеря. Я 45 лет начальник детского лагеря был, сам основатель. А нынче мы... Так, в прошлом году нас тут всех давил Роспотребнадзор, а нынче мы приобрели несколько домиков по Теряевке, и по домам расселяются, а порядок будет тот же самый. Воспитание детей мы не можем доверить безбожникам, мы будем ими заниматься. Слава Богу, знаете, Тихо, такое большое дело, это просто даже слов нет, мы-то настолько рады. Вы будете здесь... Своими глазами все увидеть. У нас не наиграно, все серьезно. Теперь только молю Господа, чтобы попасть, чтобы никаких препятствий не было. Ну а какие препятствия? Помолитесь за нас, Игнатий Тихонович, Геннадий, Наталья. Хорошо. Я уже молюсь, чтобы Господь сохранил вас. Вы приедете пораньше, у нас тут будут занятия идти. Вот, мужик-то в силе, работать может? Да, конечно. Я тут дорогу прокладываю, мне нужно будет там кое-где, может быть, помочь, сваи забивать там, долбить землю. В прошлом году делали, не доделали, все, вода размыла. А мы же на новом месте все строимся-то. И ну, поэтому, да. Ну, кто приезжает, это не какая-то тяга-то для мужика, что обыкновенно. Конечно, да, это будет так, покормить тут готовят, если вам надо отдельно питаться, мы дадим все продукты, отдельно готовьте, как пожелаете. Знаете, Тихонович, а вот у меня вопрос по Евангелию от Луки, 26 стих. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а при том и саму жизнь своей, тот не может быть моим учеником. Не возненавидит. Меня смущает. Как? Ну, возненавидит, это не серединное состояние, а крайнее, абсолютно
нетерпимость к тому, кто мешает тебе спасаться. Допустим, отец или жена или мать говорит, или ты иди к своим богам, или уходи из дома, уйди из дома. Или муж говорит, я тебя выкину, если ты не перестанешь дурить тут с богом, нашла мне еврейского бога. Вот так говорят. А ты скажи, ну вот, еврейский отец бог, это рожденный через Деву Марию Спаситель Христос, мой Искупитель, и я ему доверяюсь. Ты меня изгнал, а я благодарю Бога. Он меня от многого избавил, а с голоду он не даст умереть мне. Вот так кротко, ну, ему ответь. Мы с ними общаемся, но они по-мирски общаемся. Приезжаем к его, к ним, к отцу его. Но он человек, не живущий православной жизнью, никак, никогда не жил. И так вот, а как получается, что, ну, общаться приходится? Отец, он его почитает как отца. Он живет совершенно другой женщиной, не женой своей. И вот он начинает ему, вот вы молитесь, вы чего-то там города отпустили, чего вы там это, вот такое все. Да и не надо мне ничего рассказывать. Ну а как с ним не общаться? Ну хорошо, хорошо, он говорит, но он ультиматума не ставит. Нет, поэтому нет. Тут можно ровно относиться. Но когда он прямо поносит и выгоняет, тогда возненавидь, возненавить. То есть не его самого человека, а то, что он говорит, эти слова его, а о нем молись. От непонимания, не от незнания. Так да, говорят. Да. Так, да прости ты, Господь, я говорю. Они не ведают, что они говорят. Они не понимают его, они не знают. А именно так. Ну, если дети вопросов мои, нету, давайте мы прощаться будем. Ну тогда, Игнатий Тихович, большое спасибо. Вы нам скинете потом. Сейчас сразу скину. Скину материалы, вы выйдете, я несколько дам как писем вам, письма три. Хорошо. Спаси Христос, Игнатий. С Богом, спаси Христос вас. Все, ищите ребятишек там.